Металлург, Новокузнецк, АКМ, Тульская область. Эта встреча продолжает игровой день регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Давайте знакомиться с участниками этого матча. Мальцев ставит корпус. А здесь прочитали замысел новокузнецкой атаки Тулики. И выходит уже в свое наступление Лазарев. Лазарев, хороший пас, бросок. И вот она шайба. Первая в этом сезоне у АКМ. Ее автором становится Глеб Петров. Тот самый парень, который в прошлом году феерил в молодежной хоккейной лиге. Теперь начинает блистать во Всероссийской хоккейной лиге. Максим Лазарев, хороший пас, и потерял ворот Сухачев. И с острого угла шайба влетает в сетку. Еще раз смотрим. Бросок Авраменко с острого угла. И снова голкипер АКМ в порядке. 5 секунд до появления Шакурова. Теряев, наброс, подставление, добивание, гол! Романополев сравнивает счет. Уже в равных составах были команды, но Шакуров даже на лед вступить не успел. Доработал на пятаке нападающий новокузнецкой команды. И именно Роман Ополев, автор первого гола Кузни в этом сезоне. Один-один. Теряев уже в средней зоне шайбу получает. Виноградов. Виноградов, какая ошибка! Олег Ломака, 2-1. Андрей Виноградов просто отдал передачу на пятачок Олегу Ломака, который поймал холодного Большакова и бросил в дальний. Еще раз смотрим. О, Ломака подкараулил оппонента. Отдельными сценами, отдельными эпизодами. Поляков. Наумов. А тут не проходит передача дальше от Китцена, уже он подставлял под шайбу, пущенную Наумовым. Еще один наброс, и 2-2. Наврузов принимает поздравления. Он здорово подставил клюшку, из которой в Туле с прошлого сезона свой. Хороший наброс от синей линии и хорошее подставление. Блистательно все получилось в этом эпизоде у Наврозова. Посмотрим еще раз. Шакуров набрасывал. Наврозов поставил также в ассистента Руслан Шамсудинов. Но пока Металлург нет, не доводит до броска. А вот бросок. И Кирилл Маслов попадает в ближнюю девятку, реализуя большинство. Металлург продолжит играть численным преимуществом. 3-2. Ложился под перекладину, упаковал шайбу. Перевод через борт. Вот момент и гол!
момент. Просто шайбу доставили на пятак. И кто? Кирилл Шумилов забивает. Все произошло в одно мгновение. Кирилл Шумилов делает счет 4-2 на последней минуте второго периода. Смотрим еще раз. Сам отдал. А, нет, отдал Наумов. Наумов здесь умница. Включился в атаку, не пожадничал, а Шумилов бросил мимо Большакова. 4-2. Азарев пас, и как сейчас броска-то не последовало. Еще один момент, и еще один момент. И Сухачев дважды-трижды, а тут гол. Все-таки Максим Лазарев с мясом заносит шайбу в ворота. Вот это штурм был с самых первых секунд третьей 20-минутки. И Лазарев сокращает отставание АКМ до минимума. Вот бросок, потому что шайба отскакивает, и Лазарев уже из-под Наумова отправляет ее в ворота. Предстоящий матч Кузь не закончил, момент возникает. Момент возникает, и Шумилов был близок к дублю. Чмыхов, бросок, гол! Это Кирилл Шумилов, да? Подставил. И все-таки оформил дубль. Нам показывают Чмыхова, но если не было касания, то никто не против, я думаю. Посмотрим еще раз. Шумилов поборолся, бросил. Дальше я бы достает Чмыхову. Наброс. Да похоже, что... Поднимать ее и возвращаться, помогать защитникам. А тут Рахимулин выскакивает. Рахимулин, гол! Гол! 6-3. Красиво. Все делает Дамир Рахимулин. Извиняется перед голкипером, потому что в контакт пришлось идти. Но шайба очень красивая. О, Дамира Рахимулина. Нужно еще ответить передачу. По-моему, Чмыхов ее отдал. Ердаков одобряет, видите. Ну, здорово. Все сделал. Аламака уступает скорости. Ну, просто бросив играть в этом эпизоде. Бросок, шайба с внешней стороны попадает в сетку. Колесников здорово включился. Еще момент для броска. Еще момент. И в меньшинстве забивает АКМ. Дорабатывать, потому что нужно смены. Вот прямо скажем. Наврузов дубль оформляет. Вся пятерка здесь здорово отработала. Четверка, прошу прощения. Хотя и Большакова тоже можно приписать. I'm not sweating.